Мы все сюда пришли как положено, заключили договора. В итоге ни формы, ни денег, ни качества никакого мы не видим. Скандалы за школьной формой тимиртаусы пережили в 2013 году. Тогда после приказа отдела образования всех учеников обязали носить в учебные заведения исключительно утвержденный комплект одежды. Швеи не справлялись с наплывом клиентов, родители обивали пороги ателье. Многие школьники не успели приобрести форму в срок. С трудом и не сразу ситуация разрешилась. Однако теперь аналогичный коллапс ожидает всю страну. С этого года вводится единый формат школьной формы для всех городов Казахстана. Тимиртау как пионеры. В хорошем смысле слова. Введение формы начали еще с 2013 года. Инновационные школы у нас остаются с той же самой формой, с которой они утвердили. Все школьники других школ будут ходить в той же самой форме, которую мы ввели в 2013 году. То есть это стандартная синяя форма, пиджачок, жилетка, галстук в клетку для мальчиков, для девочек, юбочка в клеточку, жилетка, пиджачок. Несмотря на то, что многие пошивочные фирмы спешно переквалифицируются в цеха по производству школьной формы, специалисты отдела образования заверили, ажиотажа в этом году не будет. Каждая школа самостоятельно выбирает для себя единый стандарт. И в зависимости от него родители могут выбрать, приобрести форму из широкого многообразия магазинного ассортимента или обратиться в ателье. Рекомендовать того или иного предпринимателя в этот раз никто не рискует. Повлиять и заставить выбрать какого-либо предпринимателя, который бы работал на обшив всех школьников, к сожалению, это конкурентно неправильно. Поэтому мы предлагаем выбор в зависимости от своего бюджета. Родители могут выбрать школьную форму, где им покупать и какого качества. Утвержденный стандарт школьной формы специалисты образования обещают разместить на своем сайте для удобства родителей, которые захотят освежить его в памяти. Также на все интересующие вопросы по цвету и фасону могут ответить администраторы в школах города. Светлана Лебедева, Владимир Пороховой, новости Тимиртау.